Сегодня покажу новый дом. Готов. Вилледж Парк Катунь. Закрытый клубный поселок. Это вот среди гор. Дом полностью готов. Дом на возвышенности. И течет ручей. Ручей с родника. Прям по участку. Вода родниковая. Раз у него будет еще по периметру забор, но пока даже его не ставили, потому что он даже ничего не загораживал, потому что место вот такое все безлюдное, тихое. Так, я же себе дом уже закончил. Около входа здесь будет беседка. Беседка, ну, наверное, ну, неделя, но, может быть, дней 10. Вот здесь будет беседка еще. Около ручья мангальная зона стоит. Все уже делается потихоньку. Сейчас зайдем в сам дом, я вам там все покажу. Вот так вот входим мы. Вот мы входим. Так, здесь у нас это будет санузел. Санузел, все это. Вытяжка работает, душевая кабина. Умывальник. Так, здесь затверка, это там стиральная машинка есть, так, для пользования. Пока дом только под аренду доступен, под продажу, даже пока, честно говоря, бойлерная сама, как кладовочка. Вот. Спальня также получится. В общем-то, это все будет с видом так. Вот с таким видом. Спальня отделана кедром. Спальня кедром. Кровати все в спальне, все уже все готово. Гостиная с кухней. Ну, какой-то минимальный набор посуды присутствует. Сковородки, ложки, вилки, все это, в общем-то, чашки есть. Так, еще микроволновка есть, а микроволновка будет на холодильнике. Вот здесь диван раскладывается. Все, так вот будет вид на поселок, по большому счету, самый верхний дом, то есть прямо поселок. И, конечно, вот там все так смотрится, все здорово. Так, и там второй этаж. Здесь второй этаж, как в другом доме, не закрывали полностью, то есть также оставили спальню видовую. Также поднимаемся, получается просторная спальня и, в общем-то, с таким тоже видим. Надо будет еще снять, наверное, как-нибудь утром, когда то, что облака опускаются прямо на поляну, облако сверху, солнышко и горы уже приступают. Вот, ну, в целом, наверное, вот так дом готов уже. Аренда такого дома 12 тысяч в сутки. Ну, как посчитаем, посмотрим точно уже под продажу. Ну, еще не знаю, как это будет. Ну, в общем-то, вот так все, дом готов. Все полностью дом готов, все красиво.